Всем привет, с вами Олег, и я начинаю новую рубрику на канале «Прохождение игр». Напишите в комментарии, если вам нравится эта рубрика, и какие бы вы хотели, чтобы я игры поиграл. Возможно, я их поиграю. Так, это игра Ori and the Will of the Wisps. Это типа вторая часть. Так, ну начнем. Обычный режим. Я в эту игру раньше не играл. Сейчас буду первый раз играть. Если она мне понравится, я, возможно, даже запишу первую часть игры. Ну, вроде отзывы на нее хорошие. Так, это что? Похоже на какой-то полукролик, полубелка. Я не знаю, что это такое. Какой-то интересный зверек. Так, гнездо ласточки. Графика, кстати, приятная. Как тут прыгать? А, пробел. Отлично. Так. В общем, надо налево бежать. А что-то надо делать. Что, найти, что ли? Так, так могу я наверх смотреть. Вниз. Похоже чем-то на Соника, только это белого цвета. А есть тут... А, вот. Ты что? Я думал, это какой-то монстр. Так, тут нет двойного прыжка. А, вот так можно крутиться. Наверное, потом появятся какие-то способности. Не знаю. Так, о, супер. Так. А что надо делать? Может, надо этого монстра найти? Мы всегда будем помнить рассвет. Там, кстати, на фоне справа у дерева какой-то портал, что ли. Я музыку отключил из-за авторских прав, потому что мне уже надоело получать страйки. Озвучку логики Among Us из-за этого пришлось удалить. То, что Game Tunes накинула страйк, так что надо пилить какой-то контент. Потому что свои 3D-анимации долго делать, их не так смотрит. Ну, небольшое количество людей, так что... Пока буду проходить игры. Ну и делать свои анимации какие-то. В общем, если у вас есть какие-то прикольные игры, которые можно так поиграть, напишите в комментариях. Я посмотрю, с удовольствием поиграю. Запишу для вас летсплей. Все, я прошел уровень. Когда внутренне пришла жизнь... Тут какой-то свой язык в игре. Мы назвали ее крошкой Ку. Это типа сову они назвали крошкой Ку. Такие звуки, как будто бы... Тут зверек-призрак. Что это за создание? Пока я вообще ничего не понимаю, что тут происходит. Может, это какие-то воспоминания. А вон там на скале какой-то рисунок. Типа они знакомы. Говорит, пойти за ним. На камне тоже нарисовано что-то. Так, ну просыпайся. А, во. Проснулся. Прикольный зверок. Так. Мне надо идти за этой штукой. Я не могу ничего взять. Это что, яблоки? Это фрукты. Ну-ка.
Так, он туда не идет. Ладно. Ну, за это тоже нельзя ухватиться. Так, здесь. В общем, надо идти направо. А как быстро бегать тут? О. Пойдем со мной. А, вон сова. Что это такое? Это типа паук или листья? Что? Странные существа. А, типа летать учится. А, там, по-моему, крыло повреждено. Вот. Ветер. Едят какие-то фрукты, похоже на яблоки. Сова типа, не хочу, говорит. Че? Я думал, сейчас кинет куда-то это яблоко. Что-то, по-моему, это воспоминание. А, птицы, они же червей едят. Фу. О, это эти гусеницы. Теперь зима. Ну да, крыло повреждено, там нет перьев. Эта сова не может летать. В общем, я так понял, этой сове надо помочь как-то начать летать. Надо найти ей перья. Вскоре небо возвало к ней. Ничего не понятно. Услышали это и Нарускуму. Это Нару Гума. Эти монстры какие-то. Ну, не, так не полетит. У меня перьев нет. Ну, по-любому надо найти перья. Все, к сове грустно. Она не может летать. Бедная сова обиделась. Ушла куда-то. А теперь я должен пойти туда. Не, ну лес, звуки прикольно сделаны. Так. Уи. Наверное, с любой высоты можно прыгать, да, ничего не будет. Ну, все так интерактивно взаимодействует. Персонажем. А, вот сова. Типа, теперь грустно. А, смотрит, как там гуси летают. Она не может. Гуси-лебеди. А, он еще и светится ночью, ничего себе. Ответ пришел из прошлого. С прошлого это, наверное, из предыдущей части игры, да? Так, и что делать? А теперь обратно идти? Что-то я должен найти, я пока не понял, что. Ну, скорее всего, перья нужно найти для этой совы. Так, сюда я не могу пройти. Как-то надо разогнаться. О, отлично. А, все. Последний подарок матери. Все, они отошли, теперь можно туда идти. Смотри-ка, тут какая-то веревка. А, даже так. Типа рычаг. Не закроется? Ладно, надо быстрее идти. Пока не закрылось. Это я внутри дерева, получается, да?
Вера. Давай, прыгай. Что? Да. А, вот тут какой-то камень. Я ничего не вижу из-за этого куста. Так, как мне-то запрыгнуть? Во-во-во, отлично. Как трамплин можно использовать? А! То нажал и... Так, надо так же. Так, ложно. Фу, залез. Что дальше? О. Какой-то чемодан там, что это такое? О, нашел. Умение нажмите Shift, находясь в воздухе, чтобы парить или перемещаться по воздуху. Потоком. Воздушным потоком. Shift. Ну-ка. Shift надо нажать. Так, ну-ка. А, типа парашют такой. О, круто, круто, круто. Сейчас так, надо разбежаться как следует. Ну-ка, давай. О, класс. Теперь я могу дальше пролетать. Прикольно. Сова, я принес тебе крыло. Одно перо для твоего крыла. И такая сова, типа, что это такое? Давай свое крыло. Что-то большое. Это большое перо, наверное, от большой птицы. Явно не от этой совы. Что это такое? Пощекотал. Какая-то смесь паука и лягушки. А он типа сейчас поможет поставить это перо на место. Скотчем привязал. Ну, смотри, почти взлетело. Ого. Я теперь могу на этой сове летать. О, смотри, я совой управляю, надо же. Прикольно. А, надо крыльями как... О! Почему только два раза? Ай, больше не может замахивать. Ладно. Вместе на новых крыльях. Вместе на новых крыльях. Но она только два раза может... Махнуть этим крыльями. А-а-а. Я думал, я упал куда-то в пропасть. Так. До неба был лишь шаг. Так. Во-во-во-во-во. Это не я, это она сама упала. О, круто. Лети, лети, типа говорит. Вот этот портал в дереве. Это был на фоне. Классно, теперь можно на сове летать. Ого! Какой крутой водопад. Ну, классно выглядит это все, прикольно. Мне нравится. Смотри, прям... Над облаками. Вау, эти камни тут висят в воздухе. Как в фильме «Аватар». Какой-то кристалл. Явно там горячо. Не, классная игра. Туда, говорит, туда полетели. Вот эти гуси-лебеди. Сейчас мы присоединимся к ним. Куда они летят? Кто-то на юг. В теплые края. Это что, остров? Уже стемнело. Дождь пошел.
там какая-то зловещая пустыня, пещера, что-то. Сейчас молния ударит наверх. Во, скотч оторвался. Надеюсь, он не умер. Так началась история. А, это было начало. Разлученных бурей. Какая-то странная кошка. На кошку похожа. Но это порода, которая лысая кошка. Но это не кошка, это какой-то зверёк. Смесь. А, вот я. Так, и что надо делать? Искать сову? Ку, типа, ты где? Чернильные топи. Может, тропы? Топи. Так. О, у меня какие-то кнопки появились. Z. C. И X. Что эти кнопки делают? Вообще ничего не делают. Опа, это что? Сфера жизни. Вы нашли сферу жизни. Собирайте их, чтобы восполнить запас жизни Ори. А, ХП восстанавливает. Понял. Понял, понял. Справа внизу это сферы жизни. Да. А я могу вниз прыгнуть? Там что-то есть, по-моему. Вот, смотри. Малый сосуд с духовным светом. Духовный свет можно выменять у знакомых что-нибудь интересное или улучшить полки духов. Да. Интересно. Какая атмосфера тут прикольная. Мне нравится. О-о-о-о! Неожиданно. Так. По-любому я вот это потом смогу поломать в будущем, потому что сейчас я ничего не могу сделать. Никакие кнопки не работают. Надо обменять эти духовные сферы на что-нибудь. О, могу сюда зацепиться. Ну-ка, давай. А? Не прыгай. Ну, ладно. Что-то он невысоко прыгает. Удерживайте... А, тут у меня крыло осталось. Я думал, оно у совы. Подожди, что там было? Как-то подсказка быстро исчезла, я не успел ничего. Держи, нажмите, успеешь. А, все, понял, понял. Да, ну это я умел и так. Думал, надо было поломать что-то бревно. Так. О, жизни. Отлично. Но у меня вроде полные жизни, но не надо их собирать. Так, а тут что? И? Мне кажется, я застрял. Что-то написано на знаке. Что-то непонятно. Что-то это... Может, надо вниз? Ну-ка. А, вот, вот, точно. Сейчас опять что-нибудь сломается, и я упаду куда-то. Да, пера у меня нет. Это что за... Ну что... Воу-воу-воу. Я думаю, к ней лучше не подходить. А если на нее прыгнуть? Ну-ка. О, черт. Фу-фу. Лучше не надо. Костер.
Нажмите X, чтобы подобрать факел. О, класс, я могу подбирать вещи. Ага. Значит, буква... Клавиша Z бьет. О, класс. Ну-ка, а ну иди сюда. Иди сюда, хорек. Что это такое? Это полуёжик, полуулитка какая-то. Оу! Сфера духовного света. Духовный свет можно именно это понял уже. Так. Куда мне прыгать? Ай, там наверху что-то висело. О, еще одна. Ёжа улитка. И сюда. Оу, чуть не упал. А, эти штуки мне надо разбивать. Надо перепрыгнуть. Все. Умерла. Отлично. Вот, я же говорю, я теперь могу ломать эти штуки. Или поджечь их. Ну-ка. А, там наверху еще одна была такая. Может, мне надо туда вернуться? Так, что-то тут. Что-то мне какие-то, как-то эти щупальца наверху не нравятся. Оп. Мне не надо на них прыгать, наверное. А чё они? А, я мог так прыгать. Удерживайте спейс, чтобы прыгнуть по стенам. Спейс. Тут не надо нажимать, а не удерживать. Почему она не убивается? Так, это что за птица? Нажмите их, чтобы поговорить с топком. Чирика, ты что такое? Я не Моки. И... Ты ведь вообще не Вену, да? Не Вену. Я не знаю, как ударение ставить. Я много где побывал, но таких, как ты, ни разу не видел. Ты с другого берега? В общем, я путешественник. Странствую в этих краях. Но только там, где все не так плохо. Я сейчас пытаюсь укрыться от бури, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. А где тут восток? Слева? Справа? Справа, наверное. Чтобы их открыть, нужно два каменных ключа. Вот таких. А вон в в той пещере как раз есть второй. Вот только чтобы его оттуда достать, нужен кто-нибудь половче меня. Что скажешь? Так, новая миссия. Пропавший ключ. Нажми их, чтобы поговорить. Так, ну все, я с ним уже говорю. Не, ну вас. Обратно я точно не буду идти. Ну-ка. Сфера энергии. Вы нашли сферу энергии, соберите их, чтобы восполнить запас энергии Ори. Мне еще надо энергию восстанавливать, ничего. Так, это что-то. Воу. Слишком много колючек. И сюда слизень. А, они тоже от этих колючек умирают. Фу. Чуть не попал на них. Так, вот жизни. Отлично. А, ну у меня все жизни. Так, идем вниз. Где пещера-то? Это кто?
Что это за обезьяна? Иди отсюда. А, она еще и ударяет. Все, она умерла. Видимо, надо ударять, потом отпрыгивать. Так. Я так и знал, что погаснет. Типа тут же вода. Запрыгните на синий мох, чтобы уцепиться. О, класс. Я могу карабкаться. Ип. Вау, вода так реагирует. Прикольно. Нужно помыться. Так, а я могу так карабкаться? Типа... О, класс. Смотри, что там есть. У меня нет факела. Черт, у меня нет факела. Ладно, туда не буду идти. Эта штука меня убьет. Ну там слева какая-то синяя хрень. Ну-ка. Он не тонет. О, можно под воду нырять. Там колечки наверху надо. Ну прыгай, но что ты не прыгаешь? Попробую как ту штуку собрать слева. Ну-ка. Каменный ключ. Каменные ключи отпирают врата духов. Каждая врата духов требует свое количество каменных ключей. Угу. Ясно. Пропавший ключ. Задание обновлено. Так, я нашел один ключ. Отлично. Ха-ха, не достанешь меня. Угу. Так. Эту штуку... А, я обратно вернулся. Все, надо с этим штуки поговорить.